Фиксируем факты. Куртка черная, трава зеленая, вон та собака белая. В Казахстане в национальных резервах есть свыше 90 миллиардов долларов. Также в Казахстане народ нищенствует, получает низкие заработные платы, пенсии и пособия. Свыше 7 миллионов человек имеют потребительские кредиты. Чтобы решить все эти проблемы, уважаемые друзья, есть один единственный вариант – выходить на мирные массовые митинги и требовать поднять заработные платы в экспортных предприятиях до 1 миллиона тенге, поднять зарплаты, пенсии, пособия в 2 раза, списать все потребительские кредиты и выйти из ОДКБ и Евразийского союза. 1 мая в 14:00 по всему Казахстану будут массовые мирные митинги. Места митинга вы можете увидеть в конце этого видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно отправляйте это видео друзьям. Алга, Казахстан!